Глава Пентагона Эштон Картер пожурил союзников антиигиловской коалиции за нерешительность и даже трусость. Американец уверен, что так боевиков на Ближнем Востоке не одолеть. Многие из наших союзников делают недостаточно или не делают вообще ничего. Та же Турция находится в довольно длинном списке стран, которые, на мой взгляд, могли бы сделать уникальный, необходимый и важный вклад в борьбу с ИГИЛ. Эти слова явно дополняют патриотический порыв Картера, который уже отметился громкими высказываниями на экономическом форуме в Давосе. Затесавшийся в среду финансистов генерал заявил, что Азия развивается благодаря американским военным, которые там базируются со времен Второй мировой. Картер твердо уверен, что стабильность в регионе держится только на американских штыках. Вы посмотрите, Япония расцвела, Южная Корея расцвела, и все благодаря американскому военному присутствию. И мы продолжим свою миссию. Это моя работа – обеспечивать безопасность в азиатском регионе всеми средствами. Это залог мира и стабильности. Нескромно, надо сказать. Сложно сказать. Специально Картер умолчал о подвигах американцев во Вьетнаме и Северной Корее. Вообще о них не знал. Но так или иначе, эти страницы азиатской стабильности в Давосе не прозвучали.